В Южном округе в четверг ночью загорелся торговый центр, расположенный на первом этаже жилого дома. Хозяевам квартир на втором этаже пришлось подняться с постели намного раньше положенного. Людей разбудил запах дыма. Не найдя источника гари в своих комнатах, жильцы стали выглядывать в окна. Причину переполоха заметили сразу. Витька, говорю, по-моему, магазин горит, потому что, посмотри-ка, дым идет. Да, и в квартире дым миленькая. А вы, в коридоре. На каком? На втором. Прямо спальня у меня на втором, миленько, над козырьком, да. В это же время сигнал тревоги поступил на пульт диспетчеров частного охранного предприятия. Помещение магазина оборудованы датчиками дыма. Экипаж ЧОПа примчался на место через 3 минуты. К этому моменту из-под обшивки здания валил густой дым. От жара стали лопаться окна. Еще через 5 минут к работе приступили пожарные. Пока один караул эвакуировал жильцов, детей и пенсионеров выводили на улицу, другой боролся с огнем. Очаг пожара располагался в отделе бытовой химии. В небольшом закутке пламя уничтожило товары и офисную технику. Ремонт потребуется и другим торговым точкам. В соседнем отделе выставленная на продажу мебель была испорчена слоем копоти. Пожар площадью 60 квадратных метров нанес предпринимателям убытки, исчисляющиеся сотнями тысяч рублей. Причина возгорания пока остается неизвестной. Вероятнее всего, в запертом на ночь магазине произошло замыкание электропроводки. С места происшествия Сергей Полуэктов, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.